27 делегатов из Подмосковья стали участниками 19-го съезда «Единой России», который прошел в Москве в субботу. Партийцы дали старт выборной кампании в Государственную Думу 2021 года и определили главные партийные задачи. «Единая Россия – крупнейшая ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины. На сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи. Не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах. Но крайне необходимо для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу». Основная цель нацпроекта. Президент просит партийцев сосредоточиться на их реализации. Трясти чиновников на местах. Еще один тезис Путина. Делегаты говорят о новых коммуникациях с гражданами. То, что вот создано под эгидой программы губернатора, по инициативе губернатора Андреевича Воробьева, вот этот центр, в который может и в который приходят все чаяния подмосковных жителей, и на это можно быстро реагировать, и не надо ждать, когда там письмо пойдет по чиновникам или какие-то будут там согласования. Это очень важно. Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова отмечает новое направление в работе подмосковных приемных «Единой России». Работает практика приглашения на партийный прием чиновников для прямого общения с жителями. Очень важно не только продекларировать, что мы хотим это сделать, а очень вообще важно добиться реальных дел, которые от нас ждут жители, потому что лозунгами никого не возьмешь, надо реально заниматься каждодневно. Те люди, которые нам доверяют и приходят к нам вступать в наши ряды, в ряды сторонников, в ряды членов партии, мы это очень приветствуем. Но главная задача сегодня партии – это все-таки, чтобы доверие населения к нам было, доверие населения, чтобы оно не только не падало, а чтобы оно возрастало и крепло. О лидерстве партии и о лидерах в партии говорил Дмитрий Медведев. «Единая Россия осознает свою ответственность. Суть нашего лидерства в том, чтобы принимать решения, которые нужны стране. Разъяснять, конечно, их людям. А когда идешь на выборы, убеждать избирателей в том, что решения были выбраны правильно». «Единая Россия» первая заявила о том, что начала подготовку к думским выборам 2021 года. Дискуссия развернулась вокруг партийцев, которые на сентябрьских выборах баллотировались как самовыдвиженцы. Я в партии «Единая Россия» с самого начала 2000-х годов и с тех пор регулярно ходил и участвовал в разного уровня выборах, возглавлял штабы «Единой России» разного уровня, включая президентские в одном из регионов. И никогда я не выдвигался ни от партии. Я считаю это абсолютно неправильным для членов партии. Важным итогом эксперты отмечают, что от руководства партии прозвучали призывы к обновлению, к тому, чтобы действовать в новом стиле, отвечать на вызовы общества. Татьяна Колганова, Антон Коврижных. Программа «События».